родился я в достаточно зажиточной семье. Дом был полная чаша. Еще маленький, когда не дошло дело до взрослых хромовых сапог. А я помню эти бархатные штанишки, эти красивые ритузики, или сейчас их называют детские колготы. Все было привезено. Привезено из Эстонии. Везли тогда и теплоходы, и пароходы. Невозможно было даже передохнуть от стука колес, которые везли в наш дом бесконечные детские забавы, токарные игрушки из севера России, вологодские расписные прялки, и я помню эти архангельские саночки. Скончался я в 1976 году, когда еще я только думал, а потом уже началась перестройка, и перед перестройкой я предстал как раб. Я оказался как раб перед перестройкой.